Встречайте Ясмин Осман. Журналист в сфере экономики, финансов и банковского дела. Осман окончила университет Пассау по специальности культуролог. Более 10 лет работает в сфере масс-медиа. В 2001 году Ясмин стала редактором отдела, освещающего новости экономики и бизнеса в крупнейшем немецком информационном агентстве Deutsche Presseagentur. Позже работала в финансовой газете Börsenzeitung и финансово-политическом издании Financial Times of Deutschland. В настоящее время она пишет в ежедневной деловой газете Handelsblatt.